Сегодня 24 июля, и в наших кабинетах был добавлен новый функционал, о котором я сейчас подробно расскажу и покажу. Первое, что было добавлено, это в разделе «Мои финансы» добавлена кнопка «Пополнить баланс кабинета». То есть вы сразу заходите в «Мои финансы», смотрите, здесь есть возможность сразу посмотреть состояние вашего баланса на всех платежных счетах, а у нас их три, как вы знаете. Перевести средства — вверху кнопка, которая позволяет вам собрать со всех счетов на один счет, с которого вы хотите осуществить либо покупку депозита, либо заказать вывод средств. Также внизу для удобства сейчас появилась кнопка «Внести средства на баланс». Если вы нажимаете эту кнопку, вас сразу перекидывает на пополнение баланса. И здесь, как обычно, все это прописываем. Стало очень удобно. Следующий функционал, который был добавлен, это раздел «Мои рефералы». В разделе «Мои рефералы» появилась новая статистика, которая дает возможность просмотреть статистику по всем вашим реферальным линиям. Если у нас на первой платформе Автомайн Инвест Фонд 7 линий, то если вы зайдете на следующие две платформы, там будет 3 линии. И все подробно по каждой линии, вся статистика у вас теперь видна. И также вы видите, сколько всего у вас рефералов на всех линиях, сколько депозитов создано, на какую сумму и какие реферальные вознаграждения вы получили по всем линиям. Также сейчас есть возможность разглядеть сразу о своем реферале все данные, если он все эти данные указал у себя в профиле. Опять же, пользуясь случаем, я прошу всех, пожалуйста, заполните эти данные. Если вы хотите работать именно не просто как инвестор, а как активный партнер, который развивает свою партнерскую структуру, то обязательно эти данные в разделе «Мой профиль» заполните. Для этого необходимо зайти в «Мой профиль», загрузить фотографию, заполнить данные, имя, фамилия, а также Skype, Telegram или телефон, чтобы с вами можно было связаться. Нажать на кнопочку «Сохранить», и все данные у вас будут сохранены. И, естественно, все эти данные будут отображаться у ваших партнеров, которых вы пригласите, в разделе «Рефералы как ваш пригласитель». Вот таким образом все это будет у него в кабинете видно. И он в любой момент сможет с вами связаться, если этот раздел у вас будет заполнен как положено. И еще одно новшество, которое было добавлено, это в разделе «Мои сообщения» появились следующие кнопки. Вы можете нажать сразу, что прочитано все, либо вы можете сразу же все сообщения, которые вам пришли, удалить, если они не нужны, либо можете удалить одно из сообщений, которое вам уже не нужно. Итак, это на сегодня все функции, о которых я хотела вам рассказать и донести информацию. На этом у меня все. С вами была Нашелевская Елена, бизнес-тренер и лидер проекта «Автомайн Инвест Фонд».